Роботи проводяться з підсипки ям. Підсипка виконується шлаком домінним. Тобто, який є матеріал, такий ми підсипаємо, щоб дорога була в проїжджому стані, дабы избежать аварий и повреждений автомобиля. Самые такие сложные участки – это у нас Димитровский мост, дорога Шмидта, район Космоса, то есть постоянно там подсыпаем, кольца под мостом и съезд Димитровского моста. Вот. И улица Шоссейная. Это самые наши проблемные участки, которые мы постоянно за ними наблюдаем и следим, чтобы она была в проезжем состоянии. Так, я правильно понимаю, что все эти части, кроме Мирноградского моста, вы подсыпали, а да. Его только сейчас? Да, его только сейчас. Сколько планируете времени здесь работать? Да, вот, в принципе, вот мы работали в выходные, субботу, вот, и сегодня вот мы уже завершаем. И в дальнейшем мы будем его, то есть, поддерживать, постоянно смотреть за ним. Сколько вы уже потратили сюда шлака? Где-то в порядке 80 тонн.